В бизнес-инкубаторе начала свою работу студия звукозаписи «Создай себя». Реализовать идею удалось благодаря победе муравленковцев во всероссийском конкурсе молодежных проектов. Это был грантовый конкурс среди физических лиц 2019 года. Он был заочный. В рамках проекта люди могут научиться записи вокала, инструментов музыкальных, могут научиться играть на музыкальных инструментах, там барабаны, гитары и тому подобное. Можем научить каким-то основам вокала, в принципе. И просто получить даже интересное какое-то времяпровождение вместе с ребятами, которые уже давно играют, занимаются. В новой студии можно записать собственную песню, либо написать ее вместе, говорит автор проекта Ярослав Проскуряков. Если есть желание научиться играть на барабанах, гитаре, их тоже можно реализовать здесь. Музыкальные группы смогут использовать возможности студии для своих репетиций. Для того, чтобы стать частью творческого объединения, нужны лишь творческий потенциал, желание и немного свободного времени. А всему остальному здесь могут научить, обещают активисты.